Представляем вам победителя Гран-при второго международного конкурса Global Music Partnership в категории виолончель. Лауреат международных конкурсов Дилан Ли, Малайзия, Германия. Дилан завершил обучение в магистратуре у всемирно известного виолончелиста и профессора Юлиуса Бергера в центре имени Леопольда Моцарта в Аугсбурге, а ранее окончил консерваторию в Сингапуре. В настоящее время Дилан базируется в Базеле, Швейцария, и повышает свое мастерство в Базельской академии под руководством Данжула и Шизака. В 2019 году Дилан выиграл первое место на конкурсе имени Андреаса Штайна в Германии. Итак, Роберт Шуман. Концерт для виолончели с оркестром «Ля минор», опус 129. Солист Дилан Ли. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.